Шум трактора жители по улице Энгельса Зеленодольска услышали сегодня в 9 часов утра. Так начались работы по устранению последствий шквалистого ветра и сильного ливня. Устранить надо. А как? Ну, видите же как. Мучимся пока. Никак. Огромная береза, которой почти 60 лет, молния расколола пополам. К счастью, никто не пострадал. За разгулом стихии люди наблюдали из окон. Вообще-то ураган, это невозможно. Прям так страшно было. Я сразу все окна закрыла. Вообще здорово. Это невозможно. Такое, это не приведи бог никому. В той стороне было, смотрю, больно грозит. Ну, ушла, так я хотела там, ушла в сторону. Прихожу. Смотрю в окно, береза валяется, как так? Не слыхал, не видал, как упала она. Практически та же ситуация на соседней улице Гагарина. Здесь сильный ветер сорвал ветки рябины. Их уже аккуратно сложили, но еще предстоит сделать многое для того, чтобы вернуть с территории прежний вид. Вот наша машина стоит. Машина не пострадала наша, слава богу, бог помиловал. Равия Тимиргалиева уверена, накренись рябина чуть вправо от кузова машины, мало что осталось бы. Дерево посадили еще в 95-м, когда въезжали в новую квартиру. Вот видите, она как упала, вот так вот упала, а вот машина так стоит. Муж потом вышел, все распилил, а сегодня же погрузили и увезли. О том, что на республику надвигается ураган, предупреждали синоптики и сотрудники МЧС. Жители в соцсетях публиковали фото и видео последствий. В топе Казань, высокая гора Зеленодольск. Кто-то запечатлел торнадо, другие – поваленные деревья. Неустойчивый характер погоды пока сохраняется, говорят метеорологи. Осадки, в общем-то, должны прекратиться. И вероятность осадков будет минимальная. И фон температуры будет близок к климатической норме. Для первой декады августа климатическая норма приблизительно равна плюс 20 градусам. Синоптики сегодня вновь распространили штормовое предупреждение. Ночью и завтра весь день скорость ветра до 20 метров в секунду. Грозы, дожди, локально град. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань, Зеленодольский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.